Привет, друзья! Российский Курганмашзавод сообщил, что готов к серийному выпуску модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С-25М. Машина прошла государственные испытания и рекомендована к принятию на вооружение российской армии. Машину разрабатывали для ВДВ, как замену легких плавающих танков ПТ-76. Конструкторское бюро, разрабатывающее машину, не имело полномочий для разработки танков, поэтому танк обозначили как противотанковое самоходное артиллерийское орудие. Машина 2С-25 Спрут СД была принята на вооружение в 2005 году. После множества споров ее отправили на модернизацию, после чего она получила индекс 2С-25М Спрут СДМ-М1. Модернизированный танк оснащен дополнительной защитой, решетками и бронеэкранами, после чего его масса стала 20 тонн. Танк 2С-25М оснащен 125-мм пушкой 2А-75-1. Орудие стабилизировано в двух плоскостях, снабжено автоматом заряжания и обеспечивает скорострельность до 7 выстрелов в минуту. Дальность поражения цели этим орудием свыше 5 км. На танке также установлен 7,62 пулемет ПКТ и комплекс оптико-электронного подавления. Испытания показали, что машина не уступает по огневой мощи танкам типа Т-90, а по подвижности на суше и воде она находится на уровне БМД-4М. Легкий танк Спрут СДМ-1 имеет экипаж 3 человека и может развивать скорость до 70 км в час по суше и до 10 км в час по воде. Запас хода машины 500 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.